Привет, друзья мои. Я сегодня исполню юмористическую песенку из кинофильма «Бродяга». Там герой фильма Радж Капур с маленьким мальчиком на руках пел песенку. На эту мелодию мы написали другие слова про нашего соотечественника, который поехал в Индию зарабатывать деньги. И вот что с ним там произошло. Сижу на всех, все против меня, лишь мапсов.